Сделать спорт своей ежедневной привычкой, научиться готовить вкусно и полезно, познакомиться с новыми друзьями, приобрести новые навыки и хобби. Все это про новый проект «Инклюзивная школа здорового образа жизни «Баланс». Екатерина Никонорова, руководитель клуба «Лотос», второй раз победила в фонде президентских грантов. И теперь в Сарове будет такое пространство для детей и молодежи с ОВЗ-инвалидностью, где они смогут приобщиться к здоровому образу жизни. Ребята будут не только изучать, каким образом организуется процесс приготовления тех или иных блюд согласно правилам правильного питания, но и будут заниматься спортом. В рамках проекта будут проводиться занятия в тренажерном зале, занятия по коррегирующей гимнастике с профессиональными тренерами, у которых есть специализированное образование по адаптивной физической культуре. Участники будут играть и в адаптивные настольные спортивные игры. В рамках проекта пройдет семинар для специалистов, работающих с детьми и молодежью с ОВЗ и инвалидностью. В город приедут психологи из Ростовской области, Нижнего Новгорода, которые расскажут о новых тенденциях, современных технологиях в работе. Также пройдет большой онлайн-конкурс по кулинарии для участников из Нижегородской области. Проект «Инклюзивная школа здорового образа жизни «Баланс» вырос из кулинарных мастер-классов участников клуба «Лотос» с Татьяной Прониной, которая учила ребят готовить различные простые и полезные блюда. С 21 года мы сотрудничаем с Татьяной Прониной. Вообще это замечательный, великолепный человек, который сама предложила нам сотрудничать. То есть она полностью организовала весь процесс приготовления блюд за свой счет абсолютно. Для участников клуба «Лотос» это было бесплатно. И мы с ней сотрудничали на протяжении последних 3 лет. Мы выиграли тоже с ней региональный грант. У нас был «Инклюзивная кухня про вкус». В рамках проекта издали каталог рецептов тех блюд, которые ребята готовили. В новом проекте участники продолжат сотрудничать с Татьяной Прониной. Сейчас для занятий предстоит закупить необходимое оборудование, инвентарь, специальную форму, фартуки и колпаки. Также в проекте будут проходить семейные пятницы. Участники проекта готовят вместе со своими родителями. Это мы сделали для того, чтобы у родителей была возможность убедиться в том, что дети у них очень самостоятельные. И опять же, процесс приготовления в таком семейном кругу, он всегда сближает, как и отношения, например, налаживаются и улучшаются как внутри одной семьи, так и, например, происходит сближение еще с другими семьями. Для участников пройдет цикл психологических тренингов, направленных на снятие психоэмоционального напряжения. Ключевым событием проекта станет городской инклюзивный фестиваль здорового образа жизни. Все занятия стартуют с сентября. Присоединиться к ним еще можно. Для записи звоните по телефону 99 112. Светлана Юрунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, служба новостей Саров 24.